Сотрудниками ФСБ по Краснодарскому краю задержаны ведущий специалист миграционной службы в Сочи Валерий Бехтин и старший инспектор Михаил Харитонов. Данными работниками выявлен факт совершения административного правонарушения, а именно нарушение порядка документооборота и прекращение договора иностранным гражданинам. При беседе с представителями данной организации работники Федеральной миграционной службы сообщили, что за переданную им взятку в размере 100 тысяч рублей они готовы не составлять протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица. За свое бездействие они потребовали передать им взятку в размере 100 тысяч рублей. Предприниматель согласился, но сообщил о поступившем предложении в территориальный следственный отдел краевого управления СКР. 5 ноября состоялась передача денег. После этого действия злоумышленников были пресечены сотрудниками краевого управления ФСБ.